I can't think. Привет! Меня зовут Елена, и вы на моем канале о путешествиях. Сегодня мы поговорим о районе Бали, который называется Ченгу. Это смежный район с Семиньяком. У меня есть видео на моем канале об этом районе и о той гостинице, в которой мы проживали, о всех плюсах и минусах. Поэтому в сегодняшнем видео мы поговорим о Ченгу. Первое, что вы должны знать, это то, каким составом вы собираетесь ехать на Бали и в Ченгу в частности. Например, если вы семья с маленькими детьми, или вы молодежь и едете большой компанией, или парой, или одинокие парень-девушка, есть свои нюансы. Почему? Потому что Ченгу – это район некупабельных пляжей с большими волнами. То есть этот район больше подходит для серферов и тусовщиков. Почему? Также потому, что здесь огромное количество всевозможных заведений, кафе, баров, ресторанов, бич-клабов, таких как Ля Бриса, Финс, куда вы можете поехать потусоваться. Но если же вы семья с детьми, особенно маленькими, здесь нет пешеходных зон, здесь жуткий трафик, и опять-таки, как и в Семиньяке, вы вынуждены будете перемещаться постоянно на транспорте, а это или такси, что более вероятно для семьи с маленькими детьми. Или же второй вариант – это байк. Но опять-таки вы стоите в пробке, и это все происходит, когда на улице плюс 30, если вы перемещаетесь, например, на байке. Поэтому прежде чем выбирать район, вы должны понимать, каким составом вы едете. Так что же делать в Ченгу? Так же, как и в Семиньяке, на мой взгляд, заняться серфингом – первое. Второе. Сделать массаж. Также огромное количество массажных салонов в Ченгу. Третье. Сходить в классные бары, рестораны, всевозможные кафе на любой вкус. Четвертое. Обязательно сходить в бич-клабы, такие как Ля Бриса и Финс. Мы были в Ля Бриса. Классное атмосферное место, которое стоит к посещению. Ну а больше заняться в Ченгу, на мой взгляд, нечем. Достопримечательностей рядом нет, они в основном все находятся со стороны Убуда, Гиньяра. Поэтому вы должны понимать, что ожидать от этого района. Также вам хочу рассказать, что скрасило наше пребывание в Ченгу. Так это то, что мы сняли шикарную виллу 180 квадратов, две спальни, огромная кухня-гостиная, два санузла, бассейн. И за сколько мы сняли эту виллу? Итак, $60 в сутки. Маленькая рекомендация от меня. Если вы точно определились с районом, в котором вы хотите остановиться, то лучше бронировать жилье заранее, потому как так будет более выгодно финансово. Но если вы, путешественники, в последний момент решили снять себе жилье, вам может повезти, как и нам. Мы попали в окошко, и эта вилла, которая стоит более $100, она вышла нам в $60 в сутки. Вилла называется Альхена. В целом нам все понравилось. Единственный нюанс, который, можно сказать, оставил след, это наличие запаха. Мы долго не могли понять, чем же пахнет. И, честно говоря, пахнет неприятно. В одной из спальни очень пахло, оказывается, нафталином. Для чего же балийцы кладут нафталин?
оказывается, нафталин убивает плесень и помогает влаге уходить. Вот такой у них лайфхак, но, честно говоря, запах жуткий, причем он распространялся почему-то только в одной спальне. Мы уже все пересмотрели, но вы должны знать, что вот такая ситуация на Бали с плесенью и с этим нафталином, она не постоянная, несмотря на то, что в целом вилла была сухая и какого-то грибка мы не заметили. Поэтому сейчас смотрим мой обзор о нашей вилле Алхена, и, возможно, вам мои советы пригодятся в вашем путешествии. Итак, ребят, мы сейчас сняли виллу в Чангу. Вилла у нас 180 квадратов, с двумя спальнями, с бассейном. Посмотрите, какая красота. У нас три санузла. Вот такая красота. Огромный стол, огромная кухня. Есть барная стойка. Все очень чисто. Кухня наполнена посудой. Все очень хорошего качества. Встретил нас стаф, очень вежливый, приятный. Видите, у нас и полотенце, тут мы ходим босиком, все очень чисто. Значит, это первый этаж, кухня-гостиная совмещенная. Посмотрите на этот шикарный стол. Мы настолько уже замучились снимать отели по 20-15 квадратов, что мы просто в восторге от этой виллы. Здесь также находится санузел гостевой. Достаточно просторный, с душевой кабиной. Вилла рассчитана на 4 человека. То есть, если вы будете бронировать, вам будут предлагать только для 4 гостей. Мы сняли 3 взрослых и 1 ребенок. Так, посмотрите, мы идем на второй этаж. На втором этаже у нас будут находиться 2 спальни. То есть, если вы путешествуете одной семьей или у вас 2 пары, вам будет максимально комфортно. Вот здесь такая зона отдыха с выходом на балкон. Ну, вид немного на стройку, нас это не смущает. Посмотрите, какая чудесная зона отдыха. Все продумано до мелочей, чувствуешь себя как дома. Вот, по левую и по правую сторону от нас 2 спальни, фактически равноценные. Здесь у нас спальня с ванной комнатой, там где ванна. Также есть выход на балкон. Вилла в целом чистая, конечно, есть потеки от дождей, но на Бали это классическая история. Вот такой просторный санузел. Здесь есть ванна, как я уже говорила. Все очень чисто. Также есть вторая спальня, также с двуспальной кроватью. Кровать тоже просторная. Немного шумит вытяжка, есть звук от вытяжки, душ-кабина. Так, здесь балкона нет, но есть центральный балкон, достаточно просторный, кто любит курить. В целом мы довольны очень виллой, мы не обращаем внимания на некоторые моменты, где видно, что была сырость, вот, поэтому бабушка у нас тоже делает обзор. И, ребята, самое главное, как вы думаете, сколько это стоит? Чангу, мы сняли эту виллу, 180 квадратов, 2 спальни, кухня-гостиная, бассейн с уборкой ежедневной, с полностью обустроенной кухней. И это нам вышло $60 в сутки на всех. Ребят, вы видели такие цены? Ну, наверное, нам повезло, скажут некоторые. Но значит, мы везунчики. Помашите.
Вот, красота. Посмотрите. Это все наше. Рекомендую к посещению.